Эка лучший! Вот так я! Видите, у меня Завершился со счетом 2-0. Пользу! Давай, гол! Нет! Кременьки, Деменчук принимает энергию. Новая охота. Сейчас первая минута. Счет нет, 0-0. Горностаевка принимает Арсенал Кимчина, Белая Церковь. Также 51-я минута. Счет не открыт, 0-0. Никополь, НПГУ, Мичелис 2. 51-я минута матча, счет 1-1. Рухники принимают футбольный клуб Нива в Ленице. Матч идет 37-я минута, счет 2-0. Пользу команды Рух. Давай, вперед, каждый первый пилот туда. Забыла, бля. Срубили. Опа! А где забыл? Вот! Опять стандарт и опять гол. Руся! Руся, давай!
Давай! Девяточку, Руся! Руся! Порадуй папу! Папа, смотри! Сын на точке стоит! Нет! Один из метров. А есть эта штучка, чтобы рисовать их дороже? Опа, давай! Руся, давай! Комментарий текст я не видел. Или как получше. Ага. Все хорошо, понял. Давайте, давай, Рео, вперед! Так, лучше! Давай, давай.
18-й номер Сергей Нестеренко. На поле вышел и вступил в игру Александр. На поле вышел и вступил в игру 11-й номер Александр Башнин. Давай! 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 Дав
Yeah.
Давай! Второй раз уже на штанге Возвращайся. Не, обойди. Давай.
Я вам расскажу потом про бюджет. Юра, идем. Да блин, вот. Да блин, какие с тобой? О, ему Давай, давай!
парни дали, да? Снимок. Я что, карточки закончились, алло? Леша, алло, судья, а где собака? Да будет за карточки. Где собака смотрит на тебя, неси. Желтую карточку в составе футбольного клуба «Жемчужина» получил Станислав Малыш, номер 95. Смотри, что ты, малыш! Там встань! Это Ермоленко или Коноплянка? Теряем девятку, держи! Давай, давай, догоняй! Фарма, фарма! Фармацевты, вперед! Замена в составе футбольного клуба «Жемчужина Одесса». Поле покидает Станислав Нурималыш, номер 95. На поле выйдет и вступит в игру Константин Таркановский, номер 13. Один.
Замена в составе футбольного клуба «Жемчужина Одесса». Поле покидает 15-й номер Андрей Горбовский. 36-20. На поле вышел и вступил в игру 17-й номер Андрей Носач. Расширяем лучшее. Давай. Команды «Сталь»
Ясно, что ты про Петрова. Что? Давай, на Давай,
к основному времени арбитр встречи компенсировал 3 минуты. Жемчужина, торговая марка «Ла Роса», партнер команды Южно-Украинский центр восстановления позвоночника.